Друзья, всем привет! Сегодня готовим ролл жульен в домашних условиях. Для шапочки нарезаю грибы мелко, 60 грамм, вот таким вот образом. 40 грамм сыра моцареллы натираю на мелкой терке. И 40 грамм майонеза. Хорошо перемешиваю до однородной массы. Для начинки мне нужна будет копченая грудка. Я ее вот так вот ломаю на полоски. Можно порезать, если хотите. И творожный сыр. Беру целиковый лист нори. Обязательно смачиваю руки, чтобы рис не прилипал. 140 грамм риса распределяю на 2/3 нори. Немного его прижимаю. Выкладываю 30 грамм сыра. И 40 грамм копченой куриной грудки. Большие пальцы загоняю под циновку и, придерживая пальцами начинку, скручиваю квадратный ролл. Нори смачиваю, чтобы оно хорошо прилипло, и докручиваю до конца. Лезвие ножа обязательно смачиваю и нарезаю ролл на 8 равных частей. Разворачиваю срезом вверх и на каждый кусочек выкладываю шапочку. Вот таким вот образом. И последний кусочек, и буду запекать ролл. Запекаю при максимальном верхнем нагреве в течение 3-4 минут. Выкладываю ролл на красивую тарелку. Наливаю соевый соус. Делаю его немного вкуснее. Перемешиваю. Беру ролл. Макаю. И съедаю, пока никто не видит.